Здравствуйте. В студии проекта «Деловой курс» информационного агентства «Аврора Медиа» Ирина Луцковская и Дмитрий Ноженко. Здравствуйте. Не пора ли объявлять действительно чрезвычайную ситуацию на Амуре? Брать, извините меня, за грубое слово, на шару, да, ресурс. Не обеспечивается безопасность судоходства. Заигрыванием с населением, потому что это электорат, который потом не так проголосует. Сделаем, наверное, обращение в адрес губернатора. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Дмитрий Ноженко закончил с отличием Дальневосточный юридический институт МВД. Получил специальное образование в Академии ФСБ России, город Москва. Служил старшим следователем по особо важным делам ФСБ. Был советником губернаторов Приморского и Хабаровского краев. Председатель совета директоров акционерного общества «Дальневосточная группа» компании «Аврора». Адвокат, руководитель адвокатского образования. Руководитель регионального общественного движения «Верю в Хабаровск». Награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Сопредседатель отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЯО. Мы в условиях сейчас находимся сложной ситуации, связанной с коронавирусом в нашей стране, да, и в мире. Поэтому мы, следуя трендам, связанным с исключением большого количества скоплений людей, сделали первую, наверное, на Дальнем Востоке, но, по крайней мере, в Хабаровском крае точно, интерактивную конференцию, посвященную вопросам стратегического развития Хабаровского края. Сегодня с нашими экспертами в студии наши коллеги, представители «Деловой России» по всему миру. Мы видим цифры, насколько действительно снизилась популяция лососевых на Амуре. Что происходит? И давайте мы, наверное, этот вопрос адресуем Сергею Михайловичу, как представителю отрасли. Мы вас просим прощения, что иногда звуковые ряды перекликаются, но технологически, на самом деле, мы сейчас делаем историю. Ситуация по летним лососям, конечно, критическая. Сергей Рябченко закончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. Работал на судах рыбопромыслового флота. 7 лет был председателем комитета рыбного хозяйства правительства Хабаровского края. Обладатель звания «Почетный работник рыбного хозяйства России». Награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли региона. Нам нужно уходить с вами с точки зрения экологии от тех сетей из моноволокна, которые сегодня используют и промышленные предприятия, и КМНС, и любители. Сергей Михайлович, сразу вопрос. Моноволокно и капроноволокно. Сразу поясните, чтобы было понятно. Моноволокно не разлагается практически. То есть, вот когда браконьера кто-то, значит, нагоняет, он обрезает, значит, эту сеть, она с уловом уходит. Это как целлофан, который никогда абсолютно. Не... Абсолютно. Он не разлагается. Капрон разлагается. Нужно вернуться к капроновым сетям отечественного производства, как это раньше и использовали, и раньше это было в практике. А в чем сложность? Во-первых, моноволокно дешевле. Во-вторых, они уловистые, эти сети. Есть трехстенки, есть однослойные. Поэтому, говорю еще раз, мы это предложение, значит, ставим и будем вносить их, пытаться в правила рыболовства, чтобы все переходили на капроновые сети отечественного производства. Это с точки зрения экологии Амура есть его улучшение. Рыбаки вот за тяжбой наживы, за этой рыбой, ни на что не смотрят и все равно нарушают. Александр Савин закончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. Обладатель званий заслуженный работник водного транспорта, почетный работник водного транспорта, почетный речник Амура. Руководитель ФБУ, администрация «Амурводпуть». Сетей в каждой лодке там 100-150 метров и 200, у браконьеров и побольше. Перекидывают практически сетка на сетке. Если идет теплоход, там СТС осадка 1,60 м, то сетки остаются на винтах. А если это идет быстроходный теплоход, у нас ходит быстроходный Комсомольск-Николаевск, типа Метеора, то это вообще безопасность судоходства уже идет на пассажиров, которые там сидят. Можно улететь и на косу, и на берег. Не обеспечивается безопасность судоходства. То есть судоходный ход должен быть свободным и в дневное, и в ночное время. На сегодняшний день, когда идет лососевое, Путина этим судовладельцы маломерного флота пренебрегают, то есть рыбаки. Стратегия прописывает однозначно, что в ночное время работа плавными сетями запрещается. И те, кто нарушает, это уже браконьеры. Будь то промышленники, будь то
представители коренных молчащих народов Севера, будь то любители и так далее. Поэтому это, конечно, с точки зрения надзорных органов, их непосредственная задача и обязанность. На Сахалине в прошлом году также есть проблема с тем, что нет рыбинспекторов, что невозможно контролировать браконьерство. Они уже запустили беспилотники. То есть они на реке, в длине, как раз которой подходят к рыборазводным заводам, на участках этих рек запускают беспилотники, видят точечно, где находятся браконьеры, и рыбинспектора не просто там 80 километров осваивают, а они точечно приезжают и решают вопросы. То есть вот я считаю, что мы должны уже делать конкретный комплекс мероприятий и именно его реализовывать. Потому что плакаться, что ну, бизнес лишат административные барьеры, но если нет рыбы, то барьеры, не барьеры, надо вместе думать, чтобы эта рыба была. И правила, как на этом рынке действовать, потому что рынок ну, ограниченный ресурсом, а раз он ограниченный, то он должен быть регулирован. Какие базовые ключевые проблемы отраслевые вы бы обозначили, и мы бы их частями, блоками сейчас разобрали, дабы вот, дать экспертное мнение, а потом мы войдем в коммуникацию с аудиторией. Ты не будешь против? Согласна. Вот представьте себе, вот у нас с вами Амур, да? Амурский лиман заканчивается, тут это Пронги, тут мы с Таба. Здесь где-то больше 40 километров у нас с вами. Ну, заездки здесь, длина крыла не превышает. Крыло – это та часть, которая перегораживает русло с тем, чтобы рыба, уперлась в нее и потом зашла, в ловушку, а потом в садок. Крыло – это, получается, крыло элемент это ставного орудия. Элемент ставного орудия. Представьте себе, рыба проходит, вот она здесь, да, ничто ей не мешает. Ну вот, идет косяк. Представляете, здесь 40 с лишним километров. Вот здесь, начиная там с Сульского района, Комсомольский, Амурский уже о них говорили, да? Вот если вот это вот, вот сюда переместить, что мы получаем с вами? Мы получаем с вами... 100% изъятие, наверное. Что да? Здесь практически можно полностью все перекрыть. Анюй и так далее. Если мы отсюда, как было в прошлом году, снимаем объемы и перебрасываем сюда, тем самым увеличиваем промысловую нагрузку. Получается еще больше плавных сетей и с лодками, то мы закупориваем вообще проход рыбы на верхнее нерестилище. Наука уже доказала, что верхнее нерестилище потеряли свою значимость, которую имели еще 10-15 лет назад. Что если Амгунь, которая после Николаевского района, естественный приток, да, Амура, вот Николаевский район закончился, вот здесь идет Амгунь. Сегодня заполняется осенней Китой по оптимуму в 2019 году. Если раньше здесь отлавливалось 30 где-то процентов осенней Киты, остальные на верхних нерестилищах, то сегодня здесь объем нереста подходит к 50-60%. То есть роль верхних нерестилищ постоянно снижается. Так что нужно сделать? Если у нас с вами здесь увеличивается, а здесь уменьшается, значит, нужно дать возможность пройти отсюда к этим нерестилищам. Но это же элементарные вещи. Хорошо, если не нравится вам такая схема. Вы даже говорили о вазах, насколько я понимаю. Есть другая. О, хорошо. Вот ваза для цветов. Вот разместите здесь какой-нибудь кусочек бумаги. Попробуйте сами. Было бы здесь, я сейчас показал. И залейте воду, да? И лейте воду. Она спокойно проходит сюда. Это скомкайте и вот сюда в узкое горло забейте. И лейте воду. Она будет капать отсюда. То есть проходимость снижается кратно. То же самое. 46 километров и 2, 3, 4. О чем говорим? Разве это не наглядность?
Базовая проблема, которую вы сейчас обозначаете, она связана с тем, что необходимо взвешенно с точки зрения рекомендаций науки, да, вы ссылались на мнение и научных сообществ, и Федерального агентства по рыболовству. То есть выборка ресурса должна осуществляться в упорядоченном режиме. Безусловно. Вот и пример, который наука нам сегодня уже выдала по факту, есть бюллетень, который опубликован Тинро-центром, Тихоокеанским его филиалом в Владивостоке, где четко было определено по факту промысла в 2019 году. Если в Николаевском районе количество стационарных орудий лова снижено в два раза, было 38, стало 16 в 2019 году, то количество сетных орудий лова с 1700 увеличилось до 2300. Что получается? То есть предприятия, работающие в Николаевском районе, понимая реальную ситуацию и ратуя за сохранение ресурса, сокращают орудие лова в два раза, то количество сетей увеличивается в 1,7. Так-то какой смысл, мои дорогие друзья, если мы снижаем, давайте снижать их и в верхних районах. То, что я то есть иначе. Тождественно, правильно? Правила должны быть обязательны для всех. Без обеспечения нормального нереста мы никакую рыбу потом вообще не поймаем в Амуре, то надо вот это делать. Сергей Степанов закончил Петербургскую военно-космическую академию имени Можайского. С 1997 года занимается предпринимательской деятельностью. Возглавлял совет по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края. Сопредседатель отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЯО. Этот показатель уже выстраивает всю цепочку. Как работают первые, кто на входе берут рыбу, как там дальше на этом участке и кто главное контролирует. Вы знаете о ситуации, когда идут огромные механизированные колонны, длинные механизированные Поэтому колонны, я искал пробег. Да, забитые рефрижераторными установками, да, заполненные рыбой, которая добыта не в промысловом режиме точно, и идут потом, мы их видим на рынках здесь, мы их видим в там, составах, которые идут в европейскую часть России. Вы дороги контролируете? Поверьте мне, если бы это было дозволено, наверное, бы и контролировали. Повторяю еще раз. У нас нет государственных полномочий на это. Единственное, что мы можем, это сообщить о том, где идет браконьерский промысел, где мы видим, кто работает на нерестилищах, и тогда уже работают оперативные группы. Как вы тогда с этой позиции расцениваете решение губернатора, что каждый рыбопромышленник должен ставить рыбопромысловый завод? Надо, во-первых, заводы ставить на тех реках, которые выходят в море. Допустим, реки, впадающие в Амурский лиман, реки, впадающие в Татарский пролив, вы понимаете? Вот тогда вот та фраза «один значит, пользователь на реке, один хозяин», она действующая. Но мы будем надеяться, что ситуация с коронавирусом к тому моменту выпрямится, и все федеральные деньги не будут, так скажем, потрачены именно вот на эти пандемические мероприятия, и все-таки нам что-то достанется. У нас два наших участника, члена «Деловой России», сейчас на связи по скайпу, 22 по зуму. Если мы говорим о том, что у вас количество, объем рыбы упало в 10 раз, я правильно же понимаю? Да, Роман, 50 тысяч и 5. 10 раз упало. О чем мы разговариваем? Это коронавирус, надо ЧП объявлять. Роман Безматерных закончил Хабаровскую государственную академию экономики и права. Учредитель группы компании «Центр кровли». Владелец заводов по производству кровельных фасадных материалов и заградительных систем на Дальнем Востоке и в Сибири. Автор 28 патентов. Обладатель званий, почетный предприниматель Хабаровского края и лучший предприниматель города Хабаровска по итогам 2014 года. Победитель национальной премии «Бизнес-успех» в ДФО. Член Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЯО. По сути, закрывать лов должно быть введено чрезвычайное положение, четко определенные показатели, четко создан штаб и начинать операционную работу. На базе сформулированной проблемы сделаем, наверное, обращение в адрес губернатора, может быть, в адрес агентства по рыболовству, с позиции того, что мы сформулировали эту проблему, подсветим те вопросы, которые, может быть, не совсем ясны Москве с учетом их масштабного там, подхода к отрасли. Не только Амур сводится, их деятельность по урегулированию.
И, ну, я думаю, что вот у нас появился лидер по этому направлению, лидер процесса – это ты. Я думаю, что, Дмитрий, ты совершенно здесь прав, иначе у нас получится, что просто пустая болтовня. Конечно. Мы собираемся на этой площадке не болтать, мы собираемся выработать подходы, мнения, решения и донести ее до тех уровней власти, где они должны быть приняты к сведению и выработаны какие-то подходы. Я хочу Дениса Грося услышать. Денис. Денис Грось закончил Хабаровский государственный университет экономики и права, Тихоокеанский госуниверситет. Выпускник программы для руководителей высшего звена и MBA Московской школы управления Сколково. Работает в сфере девелопмента недвижимости с 2005 года. Председатель отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЯО. Давайте рассмотрим возможность проведения конкурса, да, на предоставление квот. Было фрюго, условие, что ФАМИ индивидуально или консорциумом каким-то осуществляют действия по строительству рыборазводческих комплексов и по выпуску мальков в Амур, да, и в его притоке. Рыбоводные заводы могут в какой-то момент только поддержать уровень численности, да? Увеличить его кратно он не сможет. Увеличить кратно сегодня могут меры, первое, по ограничению рыболовства, по, значит, определению проходных дней, по ограничению рыболовства на всем протяжении Амура, еще раз говорю. То есть сокращение стационарных орудий лова, сокращение плавных сетей, значит, установление проходных периодов. И, что самое главное, усиление охранных мероприятий. И прежде всего на миграционных путях и на нерестилищах. Но я так понимаю, что все равно есть еще и о чем хотелось поговорить, и какие темы поднять, предлагаю просто продолжать. Спасибо огромное гостям и участникам нашей беседы. Огромное спасибо тем, кто со всего мира вышел к нам на связь. Я напоминаю, что вы смотрели программу «Деловой курс», студия «Аврора Медиа». С вами были Ирина Луцковская и Дмитрий Наженко. Удачи и до встречи в эфире. Спасибо большое.